Здравствуйте, меня зовут Юлия Бондаренко. Сегодня мы с вами поговорим о создании индивидуального рабочего пространства. Сегодня я собираюсь показать вам, как создать копию для индивидуальной работы студентов. Прежде всего, это нужно затем, чтобы организовать индивидуальную работу учащихся на одном задании. Мы подготовили рабочее пространство, которым необходимо поделиться с учащимися. Выбираем Handout Copies, индивидуально для студентов, To Individual Students. И затем нажимаем кнопку Next. Как видим, каждый из студентов у нас получит свою копию. Для этого мы нажимаем кнопку Handout Copies. 15 студентов в моей группе, и таким образом мы делим на 15 дополнительных файлов наше рабочее пространство. Если мы вернемся в класс, то мы увидим, что в поле, где обозначены все мои файлы, появилась новая папка. Если мы зайдем в эту папку, то увидим студентов и рабочее пространство для каждого из них. Спасибо за внимание. Пусть ваши уроки будут полезными и интересными для каждого из ваших учеников.